А здорово, друзья! Не знаю, когда это видео опубликую, или поздно ночью, или, может быть, с утра, но не суть. В любом случае, усаживайся поудобнее, располагайся, ёпта! Сегодня будет интересный выпуск, потому что я нахожусь на аккаунте прапора. Как вы знаете, он там недавно вернулся в игру, и вот это вот все бла-бла-бла. Сегодня будем пытаться достать ему недостающих героев, и не только этих стандартных, всех уже под заколебавших Мисс Магия, там, Берсерк, там, вот это вот все, пепельная Матрона в рот ее ногу. Нет, будем там и донатных героев пытаться достать. Так что, что ты там, я тебе говорил уже то, что ты лайк должен поставить, надеюсь, да. Я тебе говорил, что ты красавчик. Ай, фиг его знает, ты же еще лайк не поставил. Не суть. У нас сегодня роллинг, Ребзи. Че делаю вообще? Не знаю. Сколько? 62 тысячи самоцветов. Но тут есть, короче, сундуки. Сундуки мои, сундуки. Вы мои сундуки, сундуки. Ёб твою! Не знаю, наверное, все-таки не ночью буду выкладывать, а с утра видос. Потому что, ну, сейчас уже не успею. Дотормозился, всякой херни пересмотрел. Надо вообще, блядь. Так, типа отсюда мы будем пытаться выбить колдуна, но как бы 5 сундуков реально мало. 5 сундуков реально мало. Короче, я же вам не сказал. Ребзя, здесь не хватает кого? Ну, по крайней мере, может быть, и не хватает большего количества героев, но... Ой, бля. Ой, подожди, где оно? Так, Берсерк. Мисс Магия, темный колдун и фанатик. Берсерк и колдун собираются с сундуков. Так что, как бы так вот. А чё по осколкам? Чё по гильдии, Ребзя? Чё по гильдии? Гильдия No Mercy, ребятушки, да? Это вам там не писки на заборе рисовать. Берете, вступаете, и все, у вас будет хорошо. Вот, я на аккаунте вице-лидера. Кстати, здесь и яйцо играет. Так, что... Смотри, тут хладный призрак. Вот это вот манера, знаешь, не собирать осколки. Так, фанатик, 7 осколков. Берсерк тут буквально чуть-чуть осталось. Темный колдун, в принципе, тоже чуть-чуть. Но не суть, что мы его соберем с сундуков. Что я хотел бы... Смотри, ваши подарки. Подожди, с каких сундуков еще берсерк может упасть? А, типа отсюда он может упасть. Хорошо, ну, как бы не факт, что мы выбьем берсерка. Не факт, что мы выбьем... Не факт, что мы выбьем кого? Собери сам. А, вот парящий остров, я уже думал, его нету. Не факт, что мы выбьем колдуна, но есть 540 пыльцы. Короче, тут дело такое, Ребзя, сложное. Потому давайте не будем тормозить. Не нужен, не будем тормозить. Так, берсерк, мисс магия, темный... Ага. Так, давайте пытаться выбить берсерка и мисс магию. А потом уже вот эти вот все там акции, шмакции. Хотя, по сути, у нас будут не акции и шмакции, а ну что-то другое. Так, ладно. Я с ума схожу, не суть. Полетели. Роллинг, друзья. Роллинг, друид. Давайте попробуем это сделать быстро. Ниндзя. Кристаллический эктоплазм, Командора, давай, Мисс Магия, Бигфут, Укротитель, Циклоп, Бочка, Панда Разрушитель, Паладин, Инженер, Палач, Панда Инженер, так, давай, Капитан Дрейк, Валентина, Ледяной Феникс, не, падают герои, падают, Капитан Рогатка, Бульдозер, давай, Мисс Магия, приди, вот, Берсерк, приди, чтобы мы там не парились, хотя он, по сути, грубо говоря, ты уже осколками собран, Ребзя, он-то уже осколками собран, Пепельная Матрона, вот, как бы с ней неизвестно, она была или нет, ну, как бы, надо на самом деле посмотреть. Надо посмотреть, может, он просто не написал. Может, она ему не нужна. Может быть, он не осознает всю крутость, понимаете, данной героини. Где же ты? А, нет, она была, да. Я уже хотел себе, знаете, сказать такой, ну вот видите, а я выбил. А недостающий герой, вы посмотрите, какой я классный. Поставьте мне лайк. Поставьте мне, не знаю, колокольчик, вот, в одно ухо колокольчик мне поставьте, в другое ухо колокольчик поставьте, и все будет хорошо. Вообще, колокольчик — это хорошая тема, чтобы не пропускать
выходящие видосы. Нет, все-таки я публикую ночью. Нет, я публикую это видео ночью. Потому от вас требуется, не знаю, двойная активность. Седна, сердцеедка, варлок. А почему? А потому что вот такое, знаете, короткое, надеюсь, но насыщенное видео. Смерть. Шаман. Насыщенная удачей, понимаешь? Вот ничего, кроме удачи. Ворожей. Фея. Арес. Наемный убийца. Ледяной дьявол. Леди Лео. Химера. Мисс Магия! Пау! 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 А! Кто здесь красавчик? Я здесь красавчик. Медуза. Космо. Подожди. За самоцвет это... Кого нам остается? Подожди, ему нужен... Мисс Магию мы выбили. Темного колдуна мы выбиваем за донат. Фанатика донат, берсерк. Ага, берсерк и колдун собирается... А, ну слушай, мы можем как бы тогда не продолжать тратить эти самоцветы, потому что мы тут как бы пооткрываем карточки. Может быть, оттуда берсерк упадет. Я, конечно, не верю, что он упадет, потому что там с этих сундуков осколки падают. Ну просто, я не знаю, хотел сказать, как цена на нефть, но она уже там что-то выровнялась. Вот, но не чисто банальная шутка, знаешь, мне было бы... Вот если бы я так пошутил бы, типа, мне было бы стыдно. Это, знаешь, одно и то же, что, типа, вот падает как курс рубля. Ха! Не, видишь, ну, типа, можно пошутить так, типа, падает как монетизация на моем канале, падает как количество подписчиков на моем канале, падает как количество донатов на моих стримах, падает как количество зрителей на моих стримах. Вот так надо шутить, йо! Вот так надо шутить, ребзя. Так, ну эту херь я не буду открывать. Тут еще правим восьмерки. Я не знаю, что иногда, знаете, есть желание пооткрывать ништяки, иногда их нету. Ништяков. Как у меня на основном аккаунте, или, к примеру, на яйце, да? Это тоже неинтересно, неинтересно, неинтересно. Неинтересно. Ну, сейчас мне... Вот, девятки. Там он... Там может этот маскировка выпасть, да? Маскировка уже выпала. Вот хоть кому-то она падает, а? Ну, хоть кому-то падает, понимаете? Кому-то падает. Так, сундук с эмблемой Prime. Окей, это мы пролистываем, это все пролистываем, господи. Живут же люди, а? В нашем королевстве. Давай дальше. Ништяков тут прям так. Ну, конечно, отсюда можно и надеяться, что мастер рун выпадет. Но мы just for fun для изучения, скажем, статистики это все дело открыли. Легендарный мешок с эмблемой 4 уровня, блядь. 4 уровня эмблема. Это же просто легендарный по самое не хочу, понимаешь? Ну, да, переходим к... А, вот, вот эти еще можно открыть, да? Блядь, просто супер. 6 дуэлянтов, 4 барда. Просто рандом вообще красавчик, я не могу. Так, ну что, нам по сути там что-то 18 осколков берсерка не хватает. С колдуном ситуация похуже. Ну давай, попробуем. Давай. Вот, бля, о чем я вам базарю, ребята? Просто, ну, как бы... Не хватает 9 осколков берсерка. Подожди, а что с темным колдуном? Ну, мастер рун собран, подожди. Фанатик, темный колдун. Ну, то есть это... Будем тратить пыль. Ладно, давай сейчас возьмем быстро. За самоцветы выбьем берсерка. Смотри, изи будет. Изи, изи шот, изи шот, изи, изи, изи шот. Хранитель. Шаман, Атлантикор. Ледяной дьявол. Что-то не получается быстрое видео. Думаю, ну, сейчас возьму, выбью там, как бы, и все. И нормально будет, да. Пепельная Матрона еще раз падает. Это, знаете, проклятие. Ты выбиваешь героя, он обязательно второй раз упадет. Так, у нас еще 14 тысяч самоцветов и большущие надежды на берсерка, друзья. Большущие надежды на берсерка. Бигфут. Тоже на Б, но не то, понимаете? Душегуб. Одержимый. Давай, берсерк, приди, друг мой. Не, он как бы его за осколки сейчас мы... А, блин, что это? А нахуй я ролю? Идиотина мне. Так у нас еще парящий остров... А, подожди. В парящем-то острове его, походу, там и не было, потому и ролю. Подожди, блядь. Что-то я накосипорил, блядь. Какие у нас тут награды? А, ну тут берсерка-то нету. А я не понимаю. Вот что это? Прапор реально надеялся на эти 5 сундуков несчастных?
С них же, чтобы там что-то, какое-то нормальное количество осколков упало, там нужно этих сундуков надкрывать. Да ебе не фени, извиняюсь за выражение. Так, 2000 самоцветов. Все. Прапор сказал тратить все, я потратил все. Парящий остров, ну ёпта, не подведи. Колдуна должны забрать. Берсерка так и не забрали, то есть, ну там буквально чуть-чуть осколков осталось. Так, фанатик, ну фанатика, да, там, как ни крути, не получится собрать. Слушай, ну могли бы, вы наверное, ну хотя, да, я не буду уже себя передвигать. Вы видите на экране, ребят, что падает. То есть ни одного сундука не упало этого нового. Откуда могли бы упасть осколки берсерка, понимаете? Ни одного. То есть, ну, типа... Как бы я просто рандом, такое чувство, как будто меня в ухо трахает. То есть вот, ну, типа, не падает сундук. О! Упала одна штука, о боже. О боже, какая неожиданность. Так, ну, хотя бы падает... Слушай, я вот так вот нажимаю, и меня начинают гипнотизировать эти картинки, которые появляются на экране, и потом постепенно уменьшаются. Слушай, ну это у нас, грубо говоря, второй заход был. И только один сундук упал, охренеть. Типа, если сейчас мы с него выбьем, ну, какие-то, скажем так, недостающие, да, части, там, осколки берсерк, то это будет супер круто. Но вообще главное, знаете что? То, что мы мисс магию выбили. Вот что главное, друзья. Вот что главное. И главное, что я надеюсь, для вас это был активный ролик, который вам понравится, который вы оцените. Просто, ну давай. Господи. Ну это реально, это так тупо. Это так тупо. Ну давай, оп, открываем. Ну, кто бы мог еще упасть с одной этой карточки донатной, а? Так, ну тут шансы... Шанс банан. Давай. Берсерк. Да! Да! Сука, кто здесь удачливый? Папка. Все, с прапора бутылка. Так, шучу. Мисс магию мы выбили. И темного колдуна собрали. Блять, как? Я просто... Вот, типа... Знаете, если бы у меня была возможность отсосать самому себе, я бы сейчас отсосал бы. Подожди, кого мы не выбили только? Сори, берсерка выбили, мисс магию выбили, темного колдуна выбили, ну фанатик, понятно. Слушай, ну как бы мы выполнили, по сути, программу максимум, ёпта. Фанатика, сами видите, 33 осколка. 33 осколка. Мисс магия, берсерк, колдун. А на этом все. Кто досмотрел до конца, прям молодцы. Желаю вам удачи. Прапору спасибо. Не забываем про гильдию No Mercy. Ой, и приходите сегодня на стрим. Поиграю в битву замков, а потом, наверное, пойду в Тарков. Короче, спокойной ночи.